Приветствую вас. Если честно, я не очень понял, к кому вы обращаетесь, к психологам или к эзотерикам. Если к психологам, то зачем даты рождения вас, вашего мужа? Если к эзотерикам, то почему тогда ваш вопрос находится в разделе психология? Я не очень на этот момент, если честно, понял. Вот, ну давайте ответим на ваш вопрос так, как будто это психологический запрос идет от вас, да? Как бы от вас идет психологический запрос. Вот, давайте мы с вами ответим на него вот так, как будто если бы это было так. Значит, вы пишете, что вы не можете забеременеть. И что вы пишете, что у вас было много операций. Вот. Значит, было много операций. У вас и значит, видимо, я так понимаю, что операции не помогли, и, соответственно, начались какие-то вот, видимо, проблемы, да, начались какие-то проблемы с мужем вашим. Вот, ну как я могу сделать, вот какой я могу сделать вывод из этого? Значит, смотрите, складывается такое чувство, такое ощущение, что ребенок вам с мужем очень важно. Но я вот не могу одного только здесь понять и хочу спросить вас, почему ребенок вам так важен? То есть вам ребенок получается важен настолько сильно, что вы ради него операции делаете, ради ребенка, что вы ради ребенка, я так понимаю, терпите какое-то негативное отношение мужа, да, и измены его. И так далее. То есть вот хочется спросить, почему вам и вашему мужу так важен ребенок? Если, конечно, ваши ссоры и скандалы начались именно из-за этого, из-за того, что вы не можете забеременеть. Вот. Может быть, ваши ссоры начались если чего-то еще, вот, но пока что вот так. То есть тут вот мне этот момент не ясен, да, надеюсь, что вы его постараетесь раскрыть. Следующий аспект, значит, вы пишете, так, в последнее время скандалим, хоть живем душа в душу. Значит, ну, опять же, да, вот из-за чего скандалить? Какое непосредственно ваше участие в скандалах? То есть, ну, вот, именно вы сами какой вклад вносите
скандалы с мужем, со своим. То есть, вот мне кажется, что данный аспект, он очень важен, потому что, ну, опять же, вы так говорите про ссору, про ваши скандалы, вы так вот про говорите, как будто, знаете, это от вас вообще не зависит, да? То есть, если вы живете душа в душу, то с чего бы скандалить тогда, если вы душа в душу живете? А если вы скандалите, то, может быть, не так уж и душа в душу выживет. То есть я просто хотел бы, знаете, какой-то честности здесь, в первую очередь. В первую очередь от вас. И уже после этого как-то вот, ну, может быть, более полно отдавать себе отчет в том, что между вами происходит. Вот. А если я правильно услышал вас, то проблема заключается, вот такая одна из основных проблем заключается в том, что вы не можете забеременеть. Но если я правильно понял, то медицинских показателей к тому, что бы вам не беременеть, нет. То есть по медицинским показателям вы вполне способны и можете беременеть, но не беременеть. Вот. Это может означать только одно, что вы не расслабляетесь, что вы, ну, что вы не можете расслабиться, что вы не готовы к беременности. Одно не связано как раз с тем, что своему мужчине вы, ну, вот, не сказать, чтобы прямо доверяете. Вот. А тем более, что он начал вам изменять. Вот, соответственно, здесь и вопрос возникает. Тогда. Что это за отношения? Такие, в которых присутствуют измены, скандалы, ну и так далее. То есть, опять же, я не хочу сказать, что это что-то плохое. Нет. А речь идет о том, чтобы иметь более полное представление о том, что происходит между вами. И будущее ваших отношений зависит именно от того, насколько вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Не кто-то, а именно вы. Как вы себя ведете. Вот, какой вы вклад, допустим, вносите в развитие отношений, там, ссоры, да, и так далее. Вот что важно, по-настоящему важно.
Так что с точки зрения психотерапии профессиональной, именно в эти направления вам стоит смотреть, именно в сторону этих вещей. Вот. Также существует так называемая психологическая игра, скандал, она так и называется, скандал. Обязательно почитайте о ней в интернете, чтобы понимать, о чем идет речь, это важно. Психологическая игра, скандал. Является очень важной составной частью супружеских отношений, если она имеет место быть. Я вам сейчас не буду говорить в чем она заключается, почитайте сам. Вот. Ну и последнее, это измены вашего мужа, здесь тоже нужно подходить максимально деликатно к этому вопросу, то есть, почему он изменяет, что ему не хватает с вами, для чего он говорит вам об изменах, то есть, обычно люди пытаются этот факт скрыть, он же вам говорит об этом. И вот, соответственно, этот момент тоже желательно бы поисследовать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.